Мы его смотрели где-то полгода назад на канале на YouTube демку. Она была прикольной, но она была очень дубовой. И поэтому я примерно того же ожидаю. То есть я не стал проходить его на YouTube, потому что это не нужно проходить на YouTube, это никто там не будет смотреть. А вот на Твиче зайдет. На Твиче мы любим плохие хорроры. Один из чата. Это не так, это ты мудак, ты только что сам себя, как это можно сказать, помягче-то зашкварил, короче говоря. Боже, какой же ты мудак. Ну, спасибо за донат. Как ты говоришь, спасибо за донат, скотина. Так, хорошо. Он, короче, боже, я тени свои испугался. Это совсем дикое какое-то тут сидело. Я умер, я думал, я по сюжету. Чё? Одна. Давай. О-о-о! Боже, у меня геймпад аж улетел. Что это? Типа, получи, тварь. Короче, все, пойдем дальше. Грохнок. Не страшно. Простите, не страшно. Это так тупо. О, боже мой. Не могу. А туда чё? Этот путь ведет в деревню, но он больно скучный, и лучше я буду приключ... А, он идиот! Ганс идиот! Он будет приключения искать. Пойдем в лес висельника. И да, у нас есть КП, это плохой знак. Индит. Правда. Съем-ка я немного торта. Открыто достижение. Вкуснятина! Мама! Мама, не надо! Что со мной произошло? Я ужасно ослаб. Мама, о тебе позаботиться! Мама, что с тобой? Ты истекаешь кровью! Ты об этом не переживай, это даже не моя кровь. Ой, простите. Эмон, да. Ты очень слаб, почему бы тебе не съесть еще торта? Мама, передумай быстро! Что мне делать? Если я съем еще, он невероятно вкусный, съемка. Не ешь! Нет! Конечно, сынок, он такой вкусный, потому что я вложила в него всю свою любовь. Ну, это было ожидаемо. Я просто хотел проверить, что это такое. Пикник на природе. Давай, Ганс, глотни еще вина, мужик. Довольно опасно, по-моему. Ладно, о, кажется, я в говдо. Бедный пацан. Надо донести тебя до дома. Но сначала посиди глоток. Все, все, надо было дальше пойти спокойно себе. Что произошло?
Вау. Hello? Уточки? Это река из крови? Его, походу, убили. Возможно? Это кровь всех погибших до войны? Ребята? Что здесь творится? Должно быть, это страшный сон. Эй, пацан, ты в норме? Ты бледный какой-то. Баба, я больше никогда не буду доверять этим козам. Я лучше обезопашу себя. Ну-ка нахрен этих коз, короче. Какие-то стрёмные козята. А? А? И чё? Слушай, я умён? Умён, боже, как он умён. Ой, твою мать! Так, ладно. Ладно. Светлее, тем веселее. Блять, твою мать. Сука. Простите. Боже, это было... Чё это было-то? Мимики кругом.